Погнал, вон, зачем?
Lähe!
Артему бьют. Вечно не достанется. Все, я пока не свои тарелки. Здесь пошло. Вообще мяч не могу делать. Ну, кто-нибудь подключайтесь. Почему никого не знаете?
Там скорость двухкратная, мне кажется. У тех? Ноги длиннее. Скорости пока нет. Четко контролируем. Сожрали. Хорош. О, Ричард! Сожрали. А дальше что? Ну вот и отдали опять. Сожрали, и там отдали. Просто взяли мяч и отдали. Души его, чтобы он без мяча оттуда ушел. Где центр? Центр? Где? Кто в центре? Все силы. Ну через центр можно. А можно было через центр? Зачем назад туда? Вообще два защитника у них остались, они там были. Остальные все вверху. Сейчас накажем. Другой накажем. Надо выйти, хорошо по центру пройти. Ваня, это уже длинный перевод накажем. Свои коробки мы только можем добить до центра. Но как минимум. Ничего, нормально. От него кто-нибудь. Центр, дай. Ну, кто в центре? Никого. Почему никого в центре не было? Успел. Он сыграл вроде первым. Вот опять идет атака, почему в центре никто не подключился, не подбежал, там мяч просто катился по центру. В чем проблема? Кто там должен быть? Ваня? Встретим.
Вот, это сейчас закончится, да, переводы. Просто второго, да, не делаю. Ну, да. Что же такое? Ну, вас не могут. Устал, похоже, тоже там. Ну, да. Еще не меняли его. Пару рейдов сделал. Да откройтесь выше, что ж ты делаешь? Ой, Костя, лягай! Вита! Илон! Тёма, ну Тёма, вперёд! Бутич подключился уже, да это Бутич. Что ж такое? Это гроб. Не идет. Еще это. Ну, защитник пошел и отжал мяч. Еще. Вот, вот так отжали. Дай. Верни ему! Центр есть! Ну, это не пас. Свой пас. В падении, мы идем еще один шаг. Понимаем, толчок спину. Все правильно. Судья сегодня в порядке. Все свистит. Бедный Тёма уже, наверное, раз 10 сбегал туда-обратно. Нападение защиты. Сколько еще? Ура, в коробку будет грузить. Да, коробку, что там? Старайся снимать, дай. Сторожук есть! Ну почему он не видит его, а? Ну, никто не видит. Открываться надо, правильно? Сторожук есть, отдайте ему. Банкай! Ой, я назвать его. На него. Вот так, дальше, классно, дальше. Ну. Уже один защитник остался. Скоро вообще не будет. Они все уже защитники. Даже защитник перешел. Сейчас все, пресс пойдет. Все на нашей половине. Что, Илья, прикрой, Илья! Вынос! Хорош! Бенкеймо! Все, не наша стадия. Давай, Тим. Мине. Илья, это твой! Еще! На него! Да иди на него! Ай-яй-яй! Радует то, что они тоже. Они не могут даже перейти на ту половину. Отдай уже! Ой, Маути. Что это было? Спокойно, ищи. Можно так, открой. Что за пуля вперед? Я не знаю, что они делают. Надо поддержать свои половины и уйти. Почему они одни все время? Как приезжали? Ну уж на своей половине надо встречать, ребята, раз вы так сели. Какая плотность игроков. Спокойно, нормально, дальше, классно, дальше. Здорово. Да куда ж ты пошел? Не могут так.
Иди! Еще иди! Вас, нажимай еще! Да, не давайте вы! Еще Илья! Здорово! Здорово! Дай! Ну, пас дай, а не в чужом в ноги! Как так можно? Да? Третий пас уже не надо! Ну пас просто дать игроку на ход! Выноси, выноси, деваться некуда. Дай. А куда деваться? Все, приезжали. Надо... Все, поджимайте. Поднимайте. Все, мы здесь урядили. Устали. Почему-то. На него! Куда это? Кому это? Хоть один пас нормальный дайте. Иди! Все, выжили, давайте, поднимайте. Уже вратарь. Него здесь сейчас переедет. Скоро вратарь будет на нашей половине. Гаси в раму! Назад дай! Макса задавили. А мог бы назад отыграть там игроки? Давай, Рус. Давай, жми. Илья, выше! Поднимайтесь, ну поднимитесь сейчас, пока не так. Сам забей. Да поднимитесь, почему они все силы? Да. Дай Ване в центр. Ну. Игрок лежит. Ну. Вон Ваня рядом. Давай, не скрыв. Попросил замену. Ну все, давай, сбрасывай. Как от стенки на приеме, ну как же так можно? Еще жми. Жми. Вот это сборная Эстонии со сборной Испании играет. Вообще на мяче. Ну что теперь, дадите ему подняться спокойно. Илья, давай. Еще жми его, ну, давай. Ой, как неспокойно. Да не тащи, так не умять. Притащил игрок. Ты привносил. Ну, не остановки, ничего. Не останови. Пресс. На него! Здорово! Удержи. Можно вперед было... сразу, вперед. Еще Илья! О, сажал. Ну, что на него?
Руси держал бы игрока 25-го. Без него разберутся. Ой, как пролетел, ой, как пролетел. Рычера! Лёс! Ой, я второго убрал. И в цели! Вынос, вынос! О! Чем что-то провалится. Ой, еще дали пас. Дай длинную! Ну дай длинную, куда ты бежишь на него? Все, до свидания. Еще перехват. Здорово. Ну убегать, да нет. Туда надо было уйти. Еще. Да уж я беру. Поджимай. Хороший перевод. Давай, Руся! Руся, это твой игрок, догнай! Да не кидайся, что ты на него. Выполни ноги! Выполни! Хорош! Дай вперед, Руся! Дай. Центр есть! Центр есть! Поздно уже, Руся! Ну дальше туда может. Во! И вот еще! Три паса, наконец-то! Три паса сделали! Обалдеть! Все, поезжай! Не может зацепиться! Вообще зацепиться не может! Ну как же так? Добрый ворти! Хорош! Давай! Еще, здорово, еще. Четыре паса. Ой, как он. Это твой, Антон. Ничего не было, ладно. Жми. Главное не это, не пропустить. Не спеши, хорош. Пас дай. Дай. Руся, закрой. Ой, деньги мы! Отмучились! Особенно так не сдали, не сдавали. Просто показали ему. На 5 секунд раньше показали рывок. Может, это половина заколдованная какая-то? Слушай, он хотел вылезти, надо было Данилу выносить. Раньше причем. Он показывал рывок. Души, во!
просто корпусом убирают, смотри. Его убрали корпус. Давай, лава! Куда, куда? Диво! Помой это, блядь. Где что ли? Пенальти. Хочешь есть? Прости, блин. Кидай его куда? Тау! Центр есть. Да ты что, центр это ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах. Я не знаю, как они хотят загнать в край куда-то, может. Ну вот в край, там. Ну по краю. И оттуда выковыривать. Это хорошо. Ну кто подключается? Тём, уходи в центр, Тём, уходи в центр. Что ж ты такой? Тём, ну как же, уходи в центр, ну как же вы не видите? Ваня, Ваня! Да. Да не, нормально, все, нормально. Все, Тёма устал. Не получилось. Давай, Данила. Пора. Эй! Просто ходит. Это табатон. Вот сейчас посмотрим. Скинь, Тём, скинь, кто сзади. О. Да не твои мужи, не твои мужи. Ваня, Петр, Ваня. Ну опять же, кроме Вани, второй игрок на бегал. Зачем Ваня за бегал? Скину бакуру. Я ближе, смотри. Надо забивать. Другого, может, и не будешь. Надо пробивать, а на забивание идти. Ну ты еще на мяч встань там. Через что будет, нет? Не будет. Не знаю. Коробка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас бы отскочек какой-нибудь и все. Вы что, издеваетесь? Хорош, Тим. Вот почему они сидят сзади. Вот ответ. Ну что же вы, блин, мяча там мажете? Здорово. Пустил далеко, да, уже? Пустил далеко. Вот туда. Нам лохматый не хватает, этот выбежит. Это игра для лохматого. Подожди. Подожди, подключи кого-нибудь. Во. Кто? Ну, что, дальше в край сюда. Опять в одну сторону смотрим. Поднимись чуть-чуть. Так тоже хорошо. Во, потом подключился. Хорош. Здорово, здорово. Антоха! Еще, Антоха. Хорош. Здорово. Пятка отобрал. Дальше. Какой пас? Ну как же так? Мне пас. Да.
Давай, Антон, догоняй! Осталось. Бла-бла-бла-бла! Вот это да! Вынос, 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 вынос! Не дайте ударить! Здорово! Вот это здорово! И рывочек покажи! Ну беги, беги, убегай! Да не ты! Здорово, здорово, Тёма! Ну не рабочий, наверное. Да, да, да! Касание, бей! Здорово! На одно касание! Тёма, хорош! Можно близ было войти, да? Можно было вообще в коробку зайти. Да, можно было еще пройти и потом отдавать. В коробку зайти, да. Коробка-то больше, чем нарисована. Что же мы даже бросили? Отлично. Не дал принять, молодец. Лома. Ой, си. Ну давай, твой. Ну, что, ну, в него войди. Ну. О, отлично, Эрик. Почти. Отлично. Прыжок зачем? Хороший проход. Вот это хорошо. Не надо пытаться на скорости, это бестолку. Там такой стул. Мяч у вас. Поднимайся, Платон, поднимайся один! Отдали мяч. Центр есть! Убираем его, он уже ждет твой замах. Сейчас в кучу полетит мяч. Это пильеру пили. О! Ёлки. Эти 10 минут за нами. Миша успеет. Вы издеваетесь там, что ли? Один бежит полчаса с мячом, второй не спеша выходит из ворот. Ну что это такое? Марат уже дернулся три раза, пока пошел на мяч. Ты либо идешь, либо не идешь. Либо оставь Мишу, он сыграет. Естественно. Здорово, Тёма.
Да что ж, да что с приемом? Он не может вообще мяч принять ни разу. Все пропускает. Зачем? Просто берет и пропускает мяч. Дай ему не прыгающий, катни ему. Да мимо ворот. Хорошая точка. О, хорошая, без того поднял. Фу, повезло. Мы привыкли, что у нас такие в наши все залетают. Я говорю, это им везло очень сильно. Это им везло очень сильно. Больше такие редко вообще-то залетают. В первой игре тоже. Я говорю, в первом, в первой да, игре. В первом, да, в первом, да-да-да. Ну что? Куда ты? Что ты сделал? Руки возьми. Уйга! Бла-бла-бла! Это масло! Минаппи! Отыграй Даниле, Даниле, в лоб! Дай, дай, дай! И на селе, кире! А на гады не ударзи, на гады не ударзи! Браво! Представляешь, если бы он сейчас с того края играл, как бы он левый влепил бы. Вот он в сборную, когда Шмот сюда тренировался, его поставили на другой. На другой край. Да. Он уже был в сборной. Ну вот, просто понедельник. Точно он с того края играл? А? Точно он на тот край его поставил? Да, ну вначале нас на левый, а потом на правый поставил. Поэтому он должен на правом краю играть. Вместо того, чтобы ударить, он хоть подрабатывает. Сейчас. У него сейчас лучше было, конечно, пас отдавать, а не бить направо. Через центр. Коридорчик был. Кто, блин? Иван, Иван, Иван! Ну, кто здесь? Вообще никого нет. О, просто. Ну, а что там можно было рассчитывать? Антон, Антон встанет за спиной тоже и не хочет. Мяча. Там слишком много игроков. Дай, дай, дай в край. А, нет, все, поздно. Взял, о, да. Да нет, так все так. Может, повесить? Дидиан тоже на него, но я. Смотрю футбол сейчас. Теушем, оппи! Ой! Как ты там, да? Эй! Ла-ла-ла-ла! Другой смысл! Ла-ла! Давай, я живу! Супер! Ничего супер там не было, вратарю пас отдал. Ой. Куда ему вверх, он-то его там зажмут сейчас. Да, поспешил, сейчас все тут. Могло и не быть уже другого времени. Не получилось. Сейчас под себя выгребал. Так ну можно точно отдать!
Niin, lähestyy. Avaa ne vähän. Mikki on keskellä, rako on iluus. Uuesti, uuesti, no! Lööke, kiitos. Veel! 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 Pisti! Pisti! Tästä ei tuotu prygui. Lava! На мяч наступил, что ли? Не, не на мяч, он стал крутиться. Не, не, там что-то... Не зацепило. Ну, он, может, сам ударился о ногу, может быть, как-то, но движения не было против. Они оба крутились. А держится за лицо. Кинни! Ну, куда? Тема справился, хорошо, вот уже хорошо. А в центр вышел. В центр вышел. Такие оптимистичные забросы на рывки, это не работает. Нас обгоняют спокойно. Опять отдали мяч. А ты что? Вот он. Ты тоже боец. Второй раз атаки прошли, я не боец. Напугали, да. Наш. Ваня, откройся, Ваня с игроком встал и стоит. Откройся, Ваня. Да они там все с игроками стоят. Они не хотят атаковать. Хотят обороняться. Корпус поставь! Да поставь корпус и все. Нахрена это надо? Словил бы просто и все. Что ты делаешь? Сейчас что-то хорошее может получиться. Ну давайте, ребят. Ой, ну сильно. Такой только в ногу можно. Свободные зоны такие никак. Опасно. Опасно. Опасно обыгрывается. Опасно. А что, помогите ему, выйдите! Голосом там, не знаю, подскажите! Ходите, руки в карманы! Ходи. Нет, не успею. Нет, это не пас. Не пас.
Никакого желания мяч получить. Опять куда смотрю, туда даю. Что ж такое? Просто на ровном месте. Пристой, еще. Вот, у вас еще. Дай! Ну выскочил же, дай сразу! Потому что давать надо правой ногой. Надо правой ногой. Они видят поле еще хорошо. И момент получения уже должен видеть, где кто. Ну, не кричал, мать, еще и не кричал. Не, он был правой ногой давать. Ну, он может дать, но... Не, ну дать-то может. Пробить, может, не может, а дать-то может. Пробить может. Когда устают, то нога выключается. Здорово. О, Кохтуны! Да-да. Скинь. Ребят, выключи! Смотри, поставь реплей. Все претензии к судье ни ко мне, ни кому. Что я должен? Парни нормально играют, том таким. Нормально играют, нормально. Пока все хорошо. Чисто играют. Не бывает. Нет, ну я говорю, что это не, нормально. Это не Вимси, не Вимси, который ногами кинулся. Ой, как жалко. Что никто не задел. Миха, он успел назад вернуться. На него еще! Его! Страхуй его, не надо туда. Опять давай в край пихай. Правильно, молодец. Скинь, сзади поднимайся. Не успеет он туда. Толчок был на самом деле. Вот так было. Это он уже свистеть не будет. Ну, я не протестую особо. Я просто говорю, что был. Был, да, рукой немножко. Надо было падать. Проем сзади был. Надо было падать. Надо стоять. Причем просто он немножко опаздывал. Сзади был. Туда! Ой, как опасно! Ой-ой-ой! Прости! Табасао! Миха есть! Миха есть! Да Миха есть. Право есть. Миха вообще один. Там. У Михи даже игрока нет. Тоже можно, здорово. Поднимайся. Сейчас в край пихнет. Правильно, молодец. Продолжай пихать в край. Ну а сколько можно, блин, когда рядом бежит игрок, пихать в край? Ой-ой-ой. Есть. Дима, да.
Продолжай пихать в край. Еще будет. Да сколько можно уже? Потеря при передаче в центр более опасна. Так что здесь все время потеря. Тренер говорит ему именно пихать в край, поэтому тут не надо. Мы в краю теряем. Мы играем чисто в обороне. Надо было быстрее мяч отдавать. Еще и упал на руку. Пешеходы. Не можешь бежать, меняйся. Вышли. Ах ты. Продавит сейчас. Мерлин может и продавить, на самом деле. Минус. Товаро. Дай ему. Товаро. Хвалите. Ну, Илюха, бить надо было. Сюда! Сюда, Белхитта! На, сейчас! Бей! Чур, другого подопренту. Нормально. Быстро играем, молодцы. Сейчас пихни в край, потеряем. Не, смотри, в центр. О, здорово. Во. Дай на выход, да раньше долго надо очень делать это все. Что-то я сегодня не могу без комментариев смотреть. Похоже, наелся, наверное. Все, Марк, меняй. Ваня вышел. Марк ушел. Нормально, можно. Борьба. Руки. Нет, вы не видели. Может быть, иди на него. Иди на него. Ну подскажите там, откройтесь. Чего-нибудь сделайте. Проси мяч, Антон, голосом. Стоял, не просит. Ваня... Я не хочет этот мяч. Все, зажали, все, Ваня, три раза мог ему дать. Надо еще чуть-чуть пройти было. Ну, чуть-чуть шаг, да. Возьми вперед. Низом. Вдвоем выскочили. Так пускай играет. Я на него, нет. Нет, там другой играет. Все одно и то же. Не могут игру развернуть. Не могут. Какое-то ведро на голове одето. Иди. Офсайд. А разве есть офсайд тут сбрасывать? Да нет, конечно. Показывает, что ногу оторвал. Еще. Не давайте выйти, Я твой. Это что такое? Молодец! Нормально, это был пас. Еще и точно, молодец. Пас игроку. Ну иди, Эрвин, съешь его. Мина, что ли? Порядок. Сос, катте. Уходи, во. Здорово нашел. Дальше. Классно, Макс. Макс, бегай. Хорош, Макс. Только не туда. Ну, точнее. Когда точнее будет уже? Осталось 3 минуты. Ваня. На мяч. Будешь на мяч. Хорош. Стоял. Сейчас глубина есть, защитник остался. Так, зацепиться бы. Ничего не будет там, ничего не будет. Достанет. Ничего он не достанет. А, ворот-то отодвинут. Конечно. Дефицит достанет. Он слишком сильно был. Какая жара, 3 минуты осталось. Оха, точно, смотри.
Давай, Давид, быстрее кому-нибудь, ну не так же долго, ну дай ты пас быстрее. Пойдет. Дай, дай сразу. В зону, а в зоне никого. Спеши, не спеши. Давай, 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 давай. Здорово! Ну, а, беги, беги, нет беги, же! Ну беги! 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 Давай, Илья! Илья! Марат, 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 закрой! Гоу, гоу, гоу! Ну, успевал! Ваня, 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 Ваня! Догоняй! Хорош! Не свалил, он мяч и сыграл. Чисто, чисто. Вот отлично. Да он сам споткнулся. Ну ладно. Он сам споткнулся. Судья наш человек. Да? Почему? Он ближе был, чем мы тут говорим. Судья был в 5-2 метра. Я вообще в экранчик смотрю. Упал, упал. Вот, вот, молодец, пройди чуть. Главное, чтобы все живы. Еще. Ваня, ты играешь? Ваня. Да, Ваня, ты... Ну, ладно. Выплывают 3 очка. У обоих команд. Даже не вбросят, они могут. А может и нет. Гони, гони его, хорошо. Падай! Вынеси, Вань, вынеси. Дай, дальше, дальше. Держи, держи. Сурабела, больше там, да! Сурабела! Да на мяч надо идти. Что случилось? Дави, ну что ж ты... Не дай! Рай потерял. Пуньтесь, кул. Вынос, вынос, во. Давай, дави. Куда, куда ты? Что он коснулся, что ли? Алла, алла, ну! Алла! Ну, отлично. 35 уже. Все. Данил, цепись, зацепись, Данил. Ой-ой, ничья, ну почти. Мне мочочка пригодится. Попрессовали хорошо. Я так и думал, что ничья будет. Я же говорил, ничья. Очочка заработали. Че? Так по очочку глядишь и из зоны вылета выскочим. Со всеми по очочку, они тоже по очочку набирают, понимаешь? Не, ну они-то они, но офсайд был. Кто обои будет? Тоже будет? Нет, будет.